Здорово, шофера, и мы продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2. В этом ролике мы прокатимся по одной из самых детализированных, красивых и атмосферных карт по карте Зурбаган на автобусе PAS 320308 2012 года. Выпуска. Чрезмерное употребление пива может вредить здоровью. У нас уже был ролик на похожем пазике, но то был 3204 от этого же автора. По аннотации сверху справа вы сможете посмотреть этот ролик. Я бы даже сказал, обязательно к просмотру, там мы по Чистогорску катались, всем ролик понравился. По большому счету, внешне изменений, ну прям каких-то глобальных нет. Но в салоне изменения, само собой, имеются. По интерактиву давайте немножко кратенький обзор. Там мы видим салон, кстати. Фототекстура, я считаю, идеальный вариант. Как бы не париться, чтобы... Я взял раскраску Нижнего Новгорода. Также есть краснодарская раскраска, рязанская раскраска и просто белая. Несмотря на то, что у нас как бы совершенно не Нижний Новгород. Поедем по первому маршруту от микрорайона Крухалева до улицы Снайперов. Это не полный маршрут, об этом, обо всем поговорим в течение рейса. Все, интерактив на этом закончен, разве что остались люки, но мы их не будем открывать, потому что осень на дворе. Волжана тут, конечно... Кстати, я ее прям перекрыл здесь. Ну, качественно сделано, как бы, это даже не обговаривается. Все изумительно, все, двери, пожалуйста. Нравится, мне нравится. Переходим в салон и смотрим, что у нас имеется внутри. Закрываемся, а то холодно. И давайте нашего красавца запускать. Так, с руля будем запускать. Эти звуки, они просто ласкают мои ушки, блин, это просто огонь. А что я хотел сразу же сделать, это навалить печугу, потому что осень, золотая, здесь ничего не нажимается. Этот, короче, как я называю, как на Логане, этот дефлектор тоже, он здесь не функционирует. Кстати, я чуть не замечал даже, что здесь три... Окошко есть, да, такое, ну, то есть, как бы, чтобы удобно было. И, ну, как вы видите, если кто-то уже этот автобус брал, скачивал, катался, да, камеру я здесь поменял, сделал ее выше. Ну, мне так удобно, ребят, мне так удобно. Без обид автором, но эта камера мне удобна. Я ее сделал повыше, поменял, вот когда, например, центр стоит чуть-чуть, я сделал... Ну, отрегулировал по горизонтали. И пов я чуть-чуть тоже... Нет, по-моему, пов я не менял здесь. По-моему, пов остался такой же, вот. Ну, разные варианты тестировал. Короче, кому надо, пишите в личку, я вам скину исправление камеры, которое мне удобно. Форточка работает, текстуры на стеклах есть. Здесь у нас... Что это такое, кстати? Кто шарит в пазиках, напишите, что это... Что еще хотелось показать? Сверху у нас плафон. Тут типа динамик, наверное, не знаю. Шторка имеется. Само собой, это радует. Здесь у нас показалась, да, батарейка какая-то, Duracell. Но это, короче, ароматическая вот эта кубышка и значок пазика. Нормально. Так, табло. Ну и как бы... Ну, да, изменения есть, конечно же, вот что касательно изменений,
ну, в сравнении с пазом 3204, да, здесь другие приборы, по-другому сделаны. Вот этот вот тоннельчик здесь. Ну, короче, для сравнения я вам предоставлю две фотки и посмотрите, да, в чем разница. Капот у нас не открыть, но есть уже сразу же мелочница. Здесь у нас еще одна табличка. Ну и по камерам давай пробежимся. Ага, ага, вот у нас все, будильник и расписание. Берем, берем. Колхозинга пока никакого нету. Давай-ка я сразу фары включу. Так, это туманки, наверное, да, перед, зад. АБС, ну и пазик, тут ничего нету, как бы, да, это пазик, тут ничего нету. Это ничего не работает, мафана нет. Мафана нет. Надеемся увидеть колхозы. Здесь для чего камера? ХЗ. Может, я что-то натыкал и... Ну вот, и все, как бы, все камеры. Наше сегодняшнее расписание. Давайте пройдемся по салону. Так, сразу у нас первая камера, это непосредственно место кондуктора, куда он ноги ставит, я не знаю, он пристегнут, водила тоже пристегнут, какой-то дядька сел, пока я тут лазию. Здесь тоже стрик, какой-то кармашек есть под табличку, да, наверное. Давай уберем ее сюда, нам она не нужна. Дальше у нас центр, нет, не центр, зад автобуса. Кстати, накопительной площадки нет, а версия у нас городская. По-моему, 3204 была сзади накопительная площадка. Ну, качественно все сделано, я не могу докопаться и не хочу докапываться, потому что все сделано прям изумительно. Давай, дверь попробуем открыть. А, эти звуки, боже, я от них кайфую. Так, здесь, ну да, интерактива нет. Особо никакого, форточки, и это хорошо, да и не надо никакой интерактив, мне и так по кайфу. Да, в таких автобусах, конечно же, я ездил, здесь еще обычно рекламка, как вот в Атамане, в прошлом ролике у нас была рекламка. Вот, ну и все камеры мы с вами посмотрели. Я предлагаю, друзья, нам с вами стартовать. Что ж. Так, ручник есть или нет? Ручника не было. Первая передача. Ну, как говорится, с Богом. Мойка. Сегодня будет крайне атмосферный ролик. Потому что карта очень детализирована. Делали ее те же разработчики, которые делали карту Nysa Map. Я уж не знаю, разделились они на разные команды или же они все состоят в одной команде. Так, провели некоторую манипуляцию. Давайте всех запустим и двинем. Так, все заземлились. Правда, почему-то некоторые стоят. Паскод, наверное, так настроен. Что по FPS-у? 38. Нормально. Ну что ж, как говорится, трогаем. Со второй сейчас попробуем. Давай тронуться. Газ в полу. Ну, тяжело. Наверное, лучше на первой. Так, вроде. Так, кто-то есть. Давай первую. Газку. Столько объектов. Кстати, травы нету, но тем не менее все равно красиво как-то вот, все вот эти виды, они компенсируют отсутствие травы. Ну, это все для повышения FPS. Обалдеть, мы сняли прошлый ролик, я провел несколько стримов, и у меня все это время был майнер, ты представляешь себе? Вот стримы по OMSI, кстати, теперь будут. Я надеюсь, что все пройдет отлично, потому что прошлый стрим, грубо скажем, по OMSI, он просто не удался. Это был какой-то, я не знаю, тотальный триндец с игрой. Так что я жду вас на стримах. Ага, пошла оплата. Смотри, ну давай, я попробую.
Так. Давай я сегодня буду кондуктором при дачу. 50. Прикольно, что вот новые десятки есть. Так, все, все заземлились. Коротенький маршрут совершенно, он всего идет 6 минут, поэтому мы его прокатимся туда и обратно, чтобы как бы совсем ролик короткий не получился. Да, давно уже я, конечно, не катался, прям как-то вот часовые какие-то рейсы не делал, надо как-то этот момент исправить, прокатиться. Вот нормально, он маленький такой, везде влезает, в каждый поворотик, удобственно. Угу, все с карточками, отлично. Давай, заполняйся. Так. 50. Где же? У нас 21 сидячее место плюс 1. И общая вместимость 39. Это как написано в Redmi мода. Хотя по факту, вот если ты там посмотришь таблички, там вообще цифры другие, там 23 и общая вместимость другая. Так, здесь у нас объезд, блин, я не знаю, на что вообще отвлечься, порассказать вам или повосхищаться видами. Опа, прошла прогрузка ландшафта. На единичку поставил прогрузку объектов, здесь, я думаю, нормально. Какие-то гаражи тут, ржавые, гнилые, кирпичи сыплются, блин. Ну, конечно, вот когда ты уже не раз прокатился, ты замечаешь, что объекты повторяются, названия магазинов повторяются. Но атмосфера, конечно, здесь изумительная. Я таких карт еще не видел. И детализация, детские площадки. Рекламные щиты Тинькофф. Вот, я не знаю, заплатили пацанам или нет. Надеюсь, что да. Дворики, все вот это вот так здесь налево. Вторая, Мещерский парк, да, это. Кстати, карта сделана по... Ого, нифига себе, Mass of Transaft, обалдеть. Карта сделана по... Ну, я так понял, что по прототипам улиц города Перми. Эть. Привет всем пермцам, подписчику Михаилу, здорово, с Пермской области. Большой-большой всем привет. Это у нас вымышленный город Приморск. Билет тебе дать на Приморский город вымышленный, который в наши дни застрял в нулевых годах. С чертой современности. Ну да, магниты, пятерочки, Сбербанки, но при этом трафик у нас... Советский. Короче, вымышленная карта, значит, пляши как хочешь. Хочешь, запускай КАВС сюда. Хочешь, запускай электробус какой-то современный, нефаст там и так далее. Без проблем. Каждый как хочет, так и извращается. Но пацаны, безусловно, молодцы. Мне всегда вот приятно с ними работать. Они мне и закрытую бетку предоставят всегда. И оповестят, если новая версия вышла. И ролики мои они к себе постили. Ну, красавцы вообще. Вот. Прям приятно с такими людьми работать. Так, есть у нас выпрыгивающие. Вот у нас, собственно говоря, и улица снайперов. Это наша конечка на сегодня. Да-да-да, выходите все отсюда. Сейчас мы, значит, проследуем в отстойник. Кстати, в группе я постил, но сейчас увидите, вот такая хрень. Может, из-за того, что я Чистогорск устанавливал, у меня такой косяк произошел, но масс у меня почему-то вот так здесь завис. Похоже, навсегда. Дороги нет, но вы держитесь. И этот Мишка, который... Говорил неприятное слово.
Так, и давайте где-то мы... Ну вот давай рядом с этим Мазоном станем. Здесь у нас мини-рынок. Не, здесь вот, короче... Ага, вот у нас расписание вылезло. Здесь вот я встану. Ну что ж, 8 минут, даже 6 минут перекурили, сходили в мини-ленту, затарились обедом и... Эй, пас. И продолжаем наш рейс. Так, я ж ручник поставил точно, но не глушил, чтоб грелся. Карта идеальна просто для атмосферных скринов. Я чую, долго буду подбирать какой-то скрин для превью интересный. Так. ППС радует меня здесь. Блин, после того, что у меня было, мне даже приходится этот ролик переснимать, потому что у меня майнер был, блин, и ППС вообще не было. Я еще думал, да как они могли сделать так неоптимизированно карту, ведь они всегда... стараются, блин. А это оказался мой косяк. И, Купер, если я на тебя быканул, да, если ты смотришь этот ролик, ты уж меня прости, там, если по FPS что-то какие-то вопросы на Коцюбинске были. Это все мой косяк. Сугубо только лишь мой косяк. И вот эти холостые, так, он так приятно мурчит, конечно. Блин. Диви... Модплейс, конечно, делают обалденные звуки. И, кстати, под заказ тоже делают звуки и моды, и аддоны они выпускают. Большой-большой респект тоже пацанам за звуки. Мы во многих модах их слышим и даже не замечаем. Ссылку я на ребят тоже оставлю, да. Ну и само собой я оставлю ссылку на вот этот пазик, на группу ВК, чтобы вы за разработкой следили, как я, потому что я следил и ждал. На группу карты Зурбаган, конечно, само собой. Тоже на сайт ребят оставлю авторов карты. Так, слушай, у нас все норм с расписанием, да? Да, все окей. Хрустим, зараза такая. Трафика мало, кстати, я поставил, что-то его вообще практически нету. Ну и ладно, FPS зато выше будет. Короче, описание ваше все, на меня тоже подписку обязательно оформляем, потому что много-много людей смотрят без подписки. Обязательно лайк влепи за пазик, блин, я тебя прошу, иначе будут применены санкции в виде бана всем. Хера себе, они что, прописали вот эти вот озвучки, обалдеть, а чё, чё вы не заходите-то все, люди, на блюде, оплаты не просят, столпились такие, блин, на сидячих мест до срани, но это бывает, чё там у нас, мы опаздываем, let's go. Какой-то инфы, кстати, вот по автобусу нет там. Что добавлено, что не добавлено, ничего вообще не оставили авторы. Ну и ладно, оно нам по большому счету и не нужно. Кстати, здесь есть школьный маршрут, тоже по нему можно прокатиться, взять какой-то автобус, который под школьный сделан, да. Ну, школьников ты вряд ли будешь возить, скорее будешь возить учителей там. Что-то тут, да, там дорога перекрыта, остановка валялась. А тут мы объезжаем, но здесь, видишь, прогрузка идет такая. Вот на 3204 на него уже колхозов порядочно наделали, и перекрасок, даже перекраска моего города есть. А вот на этот пока еще ничего нету. Ну, я думаю, скины, да, эти... раскраски нарисовать не проблема, но вот с колхозом уже, конечно,
потяжелее. Так что все пацаны, кто занимается колхозом, вот вам, пожалуйста, аппарат для ваших творений. Я с удовольствием бы какой-нибудь колхоз поставил. Но 3204 мы еще с вами посмотрим, покатаемся на нем. Да, кругом реально Сбербанки, пятерочки, магниты, мини-ленты. Такая-такая тема. Стоп. Выезжай, не выезжай. Разметку, если выезд занят. Ну, таких знаков я у нас не видел. Может, это в Перми такие знаки есть. Пермцы, напишите. Слушай, как в реале все. Ну, действительно, трафика мало. Я почему-то вкорячил. Там какой-то склад. Тоси-боси. Можно в окна кому-то заглянуть. Вон там штаны чьи-то сушатся, рубахи. Я даже вот здесь скрин, наверное, сделаю, если смогу. Если успею. Эть. Скрин на память. Ну, знак правильный на самом деле, потому что, чтобы на перекресток не перлись, когда пробки большие. Так, поликлиника. Только где вот она здесь? Опять масс у меня завис, кстати, смотри. Но это мой косяк, скорее всего, потому что до этого мазы у меня здесь катались, все было окей. Ну, не без косяков, как всегда. Я был бы не я, если бы не было какая-то дверь открыта. А, там заходят, что ли, еще? Нет, все зашли. Что-то они реально столпились, не знаю, заглючили, что ли. Ну, собственно говоря, давай на желтый пофиг проскочим. Собственно говоря, ждем обновлений. Конечно, сейчас разработка, я вижу, что приостановилась из-за вот этих вот событий в мире. Да, масс прям вообще. Ну, мистика ведь, согласись. Надеюсь, что все скоро наладится, потому что всех уже это все доконало. И надеюсь, что мы скоро увидим обновление. Да, я понял. Смотри, они не хотят даже выходить почему-то. Да, заглючили, короче. Ладно. А, я вместе с ними пойду в отстойник. Ждем каких-то новых интересных модов от автора этого пазика. На этом все, друзья. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Я рад, что вы смотрите мои ролики. Оставляйте ваш комментарий, ваш лайкос. Подписывайтесь на телегу, на группу ВК, на Инстаграм и все остальное прочее. Увидимся с вами на новых стримах и новых роликах. Надолго не прощаюсь. Всем огромнейшего удачи. Всем счастливо. И покеда. Ну и кулачочек сегодня я вам обязательно заряжу.